Семья Львовых представила Чувашскую республику на конкурсе «Успешная семья Приволжья-2021». Сейчас, говоря современным языком, будет спойлер. Львовы неофициально считаются безоговорочными лидерами конкурса. Что в их семье такого, чего нет у других, Ульяна Пятакова встретилась с теми, кто претендует на почетное звание. Она раскроет секрет. В дружной семье Львовых 9 детей. Что такое скука, они не знают. Вместе работают, вместе отдыхают. Малышки Тася, Таня и Настя любят подвижные игры. Их сестры постарше, Даша и Маша, мастера танцевать и рисовать. Вот и сегодня художество на асфальте. Они как бы как соперницы между собой. Они все время что-то делят. Кто не хулиганит? Просто вопрос в том, больше, меньше. Какой-то день обходится без хулиганства, но это бывает редко, а то, конечно, обязательно. Старшая в семье Юля. Девушка уже работает учителем. Младших водит в школу, помогает им с уроками. Когда находит свободное время, занимается с ними танцами. Эти домашние заготовки становятся конкурсными номерами. Не в первый раз семья Львовых решила побороться за титул лучшей семьи Приволжья. Тем более, что 3 года назад они уже стали лучшей многодетной семьей всей России. Вообще, в этот раз мы представим и вокальные номера, и хореографические, и актерское мастерство тоже будет. Но обычно на такие мероприятия нужны разножанровые номера. Чем больше интересного покажешь, тем лучше, естественно. Юля, Аня, Яша и Миша ближе друг к другу по возрасту. Они любят проводить время вместе. У ребят и своя традиция есть. На каждый день рождения совместный поход в кино. Мы всегда отмечаем все праздники с семьей. И как-то у меня никогда не было, чтобы я отмечала день рождения с кем-то помимо семьи. Но сейчас у меня уже есть муж. Он просто к нам приедет, мы все вместе отметим. Родители большого семейства Александра и Татьяна признаются, что всегда мечтали, чтобы в доме было много детей. Секрет успеха. Секрет, наверное, в том, что наши дети – это наша радость. И вот эти маленькие сюрпризы, да, которые нам готовят дети, они всегда хорошие, положительные. И иногда бывает очень трудно, так как и детки разные, и развитие разное у деток. В глобальной сети их странички набирают много просмотров. На зарядку становись! Руки на пояс, ноги на ширине плеч.